Ребята, привет, привет, мои хорошие. Фух, собрались и хотим поехать в магазин, там еще прикупите. Это мы видели такую недорогую. По-нашему это, наверное, как шкаф для тумбочка для обуви, обувница. Короче, как-то так, девочки. Я думаю, вы меня поняли. Вот, и там хотели взять рулетку с собой и забыли. Забыли-то, я сижу в машине, жду, Макс побежал за рулеткой. У нас по-прежнему дует просто несусветно. Ветер такой неимоверный, сумасшедший. Я еще не помню, вот в Аликанте еще не помню, чтобы столько дней дул такой сумасшедший ветер. Но зато мы уже твердо поняли для себя, что нам срочно, срочно нужно застеклять балкон, потому что свист, рев такой стоит. Просто капец. Еще вот эти вот орлеты, которые закрывают окна. Там же получается, как эти веревки, такие шлейки, да, или как там. И мы поняли о том, что оттуда вообще фонит. Сколько лет прожили, никогда не обращали внимания. Вот, а я еще в своей спальне, короче, повешала такие шторы, вот эти, знаете, как ниточки. А до этого у меня была просто обыкновенная тюль. И я смотрю, эти ниточки так как шевелятся. Я говорю, Макс, у нас, по-моему, оттуда вот дует. Он такой, блин, говорит, столько лет висела тюль, и тебе ничего не дуло, повешала эти нитки, и теперь тебе дует. И теперь я ему шатаю крышу, что там нужно срочно что-то сделать, потому что и так холодина. Отопления нет, нифига нет, и еще теперь оттуда воду, это холодный воздух. Так что... Ой, девчонки, все надо, и не знаешь, что важнее для начала. Здорово. Все, поехали. Ой, сейчас, девочки, вас поправлю. Все, мы поехали в магазин. Если что-то будет интересненькое, то буду включаться и с вами советоваться. Да? Конечно. Все, мы поехали. Так, покажу вам сейчас вскользь. Единственное, что тут, вот видите, тут не так, как у нас. Тут у них все можно покупается по отдельности. То есть изголовье отдельно, тумбочка отдельно. Все это сколько ты посмотри. Сколько ты посмотри. Ну, короче, все немножечко не так. Вот спальня, да? Вот мне нравится. Ну, 100% разводняк. Посмотрите. Якобы, значит, стоила эта спальня 1436, потом сделали 750, теперь сегодня, типа, сделали 590. Ну, поверьте, это такой разводняк просто неимоверный. Стол, мы тут у них стол смотрели, они писали, что этот стол стоит 1400, да, со стульями. А потом, в итоге, мы его вообще там увидели в другом магазине. За 300 с чем-то евро. Ну, короче. Вот, тут как-то вот так вот разводят людей. Не знаю, музыка играет, конечно, пропустит меня, не пропустит. Ну вот, хочу вам просто немножечко показать, чтобы вы имели представление, какие у нас цены. Вот такой вот диван. И тоже пишут, что Vertes 1086 евро. Вот такой вот страшилка. Как у нас.
тоже стоит дома. Уже не знаю, я бы им бесплатно отдала этот стол вместе с такими же стульчиками. Не говоря о том, что им 300 евро им заплатить. Да, вот этот вот прикольный диван. Мне, конечно, он очень понравился. Я очень сильно хотела диван красного цвета. И вообще-то хотела в будущем такой, как мебель, сделать в бело-красном цвете. Но вот этот диван красный стоил, по-моему, 2500 евро. Да, это 2500 евро. Стоил, ну... На данный момент для нас это дороговато. И вот эти вот ткани тоже очень такие дорогие. То есть вот такая вот ткань, не знаю, передает видео или нет. То есть все диваны идут от 2000 евро. От. Такой вот тоже. Ну, то есть я хочу сказать, что, конечно, у нас дома в Украине цены были, выбор и качество изделия гораздо лучше и интереснее. Нет тут такого, что нам надо. Едем дальше. Вот как в зал, да? Ну, как, по моему понятию, допустим, стенка, да? Это должна быть цена за стенку. А тут так. Полочка 89, тумбочка 359. Вот этот, типа, как сервантик или как тоже отдельно. Вот это вот тоже отдельно. Вот такая вот цена. В общем, тяжело что-то понять. Вот. Вот такой вот диван. Вот. Ну, ничего особенного. 2100 евро. Мне понравился вот такой вот стол, девчонки. Тут бац, не надо, опустил. Служит как стол. Надо, бац, открыл. Помадки, шматки, все такое. Супер. Прикольно. Интересно, какая же у него цена. И такая же спальня есть к нему. Кроватные тумбочки. И... Если вот собрать, а это матрас, я думала, это цена тоту. Сажусь, девчонки, на диету. Это просто мандец. Извините за выражение, но, бляха, это ж какую жопу надо иметь. Это походу для мукбанга. Так, вы посмотрите, сколько оно стоит. Это сколько стоит? Вы не думаете, что это просто... Это, прикинь, жестяночка. Писец, бляха, мне так хочется шматюкнуться. Для нашей жопы надо два вместе. Для любой жопы. Ой, бляха. Это табуретка. Сейчас там свет. Резина. Сколько? 54 евро? 60 евро. Короче, понятно. Кухня тоже никакая. Ну, ничего такого вообще. 2,5 штуки, это просто трындец. Поехали в другой магазин. Расскажи, расскажи.
Да. А ты что, хочешь быть непослушным, ой, послушным мальчиком? Тебе привет сегодня передавали. Понятно. Скажи спасибо. Спасибо. Это снимают, но мы не заразные. Кто знает. Фух, ничего, мы не выбрали, едем домой, потом уже приедем в 5 часов, потому что мы вышли в свинячий голос. И как всегда, ба-бам, сиеста. Так что мы были только в двух магазинчиках. Поедем еще вечером в тот магазин, где мы купили свой диван, там посмотрим. А сейчас идем домой и будем разогревать борщ. Будем обедать. Ой, чудо борщ, да? Чудо! Встречака. Да, мам, ну, жалко его есть. Нет? Да, ты чего ругаться? У нас такая вот уже красота. Да. Это... Я думал, ты в стену эту фантастическую показываешь. Этот веночек Юля делала своими руками. Вот, раньше она у нас в Украине занималась вот такими всякими штучками и делала на продажу и для себя. И также вот такие вот... 8. Да, ну хватит ругаться. Вот такие вот изделия из кофе. Чашки и все. Вот. Что? Так, мамино солнышко только что папа его выкупал. Высушили его. И вот так вот, да? Я теперь лежу и отдыхаю. Да? Мама сказала, что каждая ее собака будет жить в вольере. Вот это, наверное, ты в вольере, да, Барниш? Да? Это твой вольер? Курочка мамина. Твой вольер? Передай Свете привет. Скажи, Света тебе все время передает. Скажи, Света, привет. Вот так вот. Вот такая житуха у нашей собаки. Выкупали, высушили, еще и в постель уложили. Да, Барниш? А мы опять собираемся в магазин, сделаем дубль 2. Уже закончилась эта долбанная сиеста. Так что поехали, посмотрим, что там. Все, если в этом магазине ничего не будет, уже больше никуда не поеду. Значит, раз нет, так и нет. Едите колотить, гляньте, девчонки. Бля, вешалка, твою мать, гляньте, сколько она стоит. Вешалка просто называется «Обними меня и плачь». Она трындец. Тоже вот просто кусок этой держак от лопаты. 139 евро. Капец, Шайзер, катастрофу. Мы все по-прежнему ходим. Ты показала ищу кровать? Не показала. Сейчас девочки будут рыдать от зависти. Они могут посмотреть, а потрогать не смогут. Всего 250 евро. У меня у прабабушки в селе такая была, она еще и на такой умерла. Девчонки, 250 евро. Если под заказ кому-то, напишите адрес. Мы вам отправим. Шикарно. Я думаю, это лайк. Там окошко.
Если есть у кого-то маленькие девочки, такую же можно взять для девочек. В маленький цвет. Слушай, находимся в магазине Кортинглес. Да, вроде бы что-то должно быть такое стоящее. Тумбочка 445 евро. Просто вообще. Шлак. Угу. А вот смотри. Я думаю, тоже ценители. Где вы еще купите такой роскошный за 245 евро, а? Зверюга. Мечта? А вот, смотри, это ж... Все будут завидовать, смотри. Ну это дерево какое-то, наверное, почему оно такое дорогое? Ну какое-то, да, скорее всего. Смотри, какая ножка шикарная. Просто кусок рамы привез. Тут что-то вот, все, одни шедевры. 300 евро, девочки. Заказывайте адреса, смотри. Можно как табуретку, как стол для мукбана. Сюда слюни капают, когда ешь. Смотри, я считаю, там... Смотри, вот набор за 600 евро, нет, больше, за 900 получается, смотрите, все, что вы можете. Так это ты, может, ты в шутку присматриваешь жене подарок под елку? 900 евро мечта, да. Жалко, что в маске так вы увидели светящееся лицо от радости. Так порадуй девочек, сними маску и покажи свои. И там слюна такая, будешь рот открыть. Вообще, это 300 евро. Пошли. Пожалуйста. Даже если бы она возле бомжатни не стояла, ты бы в руки даже ее не взяла. О, Саня. Ёперный театр. Так она, ну это, наверное, ручная работа или что? Она стоит 995 евро. Надо брать. Это просто сейчас акция. Сколько? Две возьмем или три? Три. Или давай четыре, каждому под жопу. Мы на уроках труда делали пьяному нашему учителю. Держак от лопаты и такие, оказывается, по 1000 евро диван. Сделали, он их продавал. Он сейчас где-то там на Мальдивах. Вот так сейчас. О, барабан. Керамический. Не на шею? Это написано, что это стол. Тут что-то нет Сапатеро. Я смотрю, они скажу, что тут разума нет. Все таке страхитько, да? Ну, если б Україну, я не знаю, у нас такое нигде тренировки, що я тут не вмію. Тисячу... Купи за 1795 євро... Велюрчик. Такого. Уродца. А кресло? Это ж просто шиздец, понимаешь? Глянь, 300... Он дизайнер, он так видит. Угу. Чистый такой. Да, я уверен, что даже вот возле где-нибудь бичевни какой-то есть поинтереснее. В этом бомжатском магазине, где мы сегодня были, вот он... Так там гораздо все поинтереснее было. Я просто в шоке. Что значит?
Что значит серость, да? Чувствую себя сейчас вообще не в теме, да? Думаешь, или отстал от модели, просто лох. Полторы тысячи евро без 40. Три доски сбитых. Ну как сбитых? Все ходуном. 1500 евро. Девочка, все та же акция. Адрес, денежка на счет. И он едет к вам.